Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном. Президент США утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он в скором времени встретиться с северокорейским лидером. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает пресс-служба Белого дома. «Мы будем встречаться», — ответил президент на вопрос журналиста, будет ли он в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Ранее в этот же день Трамп порадовался ядерному разоружению Северной Кореи в Твиттер. По этому поводу он написал: «Мы прошли долгий путь», а также сказал, что совместная заявка Северной и Южной Кореи на проведение Олимпийских игр в 2032 году – это очень волнительно. Напомним, ранее Трамп получил от Ким Чен Ына письмо, в котором содержалось предложение о следующей встрече. Первая встреча глав КНДР и США на высшем уровне состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. США добиваются денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на беспрецедентные гарантии безопасности. Северная Корея согласна на уступки. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.